Любите ли вы лопату в огороде и теплую водку? Хорошо, пойдете на каникулы в мае. Дума опять перекраивает красные дни календаря. Рвать ноздри не будут, но геноцид устроят. Санитарный главврач Геннадий Онищенко ополчился против курильщиков. Коррида по-кемеровски или кто кого забодал? Мотоциклист сбил пешехода, но и сам не отделался легким испугом. Давеча в Кемерове в парке Победы имени маршала Жукова прошел мемориальный митинг памяти героя России, командира батальона связи майора Сергея Солнечникова, погибшего, спасая солдат. Майор накрыл своим телом отрикошетившую гранату, неудачно брошенную одним из его подопечных. Выступавшие на митинге вспоминали точно такой же подвиг комбата Игоря Якунина, совершенный в 2003 году. В том же году Сергей Солнечников закончил Кемеровское высшее военное командное училище связи. В ходе нынешней военной реформы училище расформировали, но памятник его выпускникам установлен как раз в Парке Победы. Его звали «Солдаты Солнца». Он как солнце светил, воссорял. Это незабываемый подвиг нашего выпускника. В преддверии очередной годовщины Победы губернатор Роман Тулеев подписал распоряжение о поздравлении участников Великой Отечественной. Ветеранам и инвалидам войны вручат премии в размере 5000 рублей. Сегодня в Кузбассе в живых остался 3561 участник военных действий. Губернатор подчеркнул, что каждый ветеран должен почувствовать, что он не забыт. В 2012 году 383 ветерана отметят юбилеи. Их планируется поздравить отдельно. Кроме того, губернатор обязал глав городов и районов создать комиссии, которые рассмотрят условия жизни и быта ветеранов. При необходимости помогут сделать ремонт жилья. Наш телеканал проводит акцию «С победой мой город». Давеча к ней подключился депутат Госдумы Павел Федяев. Праздники всегда рады. Всему мы радуемся. И дети приезжают, многие приезжают. Вот, знакомые, правнуки. Вот, только что были... Ну как не радоваться? Только радоваться жизни. Это люди, которые очень много в своей жизни пережили. И материальные блага на сегодня для них это даже не самое главное, хотя, конечно, это важно. Но внимание для этой группы населения, оно сейчас очень важно. У многих уже даже и детей нет в живых, потому что им по 80-90 лет, детям 70-65. У нас средний возраст в Кузбассе гораздо меньше. Поэтому это люди, которые действительно нуждаются во внимании. И присоединиться, и просто зайти, просто поговорить, просто тортик даже принести, это уже для них радость, это для них уже праздник. Поэтому я всех призываю к участию в этой акции. Наши ветераны заслужили внимание, потому что благодаря им мы сейчас живем в той стране, в том обществе, в котором мы живем, а не являемся чьей-то колонией. Между тем, в Кузбассе отмечено несколько случаев мошенничества, жертвами которого, среди прочего, стали и ветераны войны. Преступники вручают им якобы материальную помощь от властей, фальшивую пятитысячную купюру. И тут же просят разменять другую, настоящими деньгами. Власти просят проявить бдительность в отношении мошенников. Для того, чтобы получить премию губернатора к 9 мая, нашим ветеранам не нужно ни писать никаких заявлений, никуда не обращаться, потому что мы всех знаем их наперечет. И премия губернатора будет им вручаться на торжественных мероприятиях, которые будут проводить и главы администрации городов и районов. А если они не смогут побывать на этом мероприятии, то премию поздравления от губернатора им принесут на дом. С майскими праздниками связана очередная инициатива думских депутатов. Давеча Дума приняла закон, который сокращает зимние новогодние каникулы на 2 дня. Предполагается, что эти выходные дни перенесут на начало мая. 2 освободившихся дня правительство Российской Федерации сможет заблаговременно, не позднее, чем за месяц до очередного года, присоединить к любому из государственных нерабочих праздничных дней. Речь, как мы понимаем, в первую очередь будет идти о 1 или 9 мая. В зависимости от того, какой из этих дней в календарном году будет расположен ближе к выходным и где можно будет создать каникулы. Зимние каникулы появились в календаре в 2004 году по инициативе партии «Единая Россия». Многим они казались слишком длинными. На отдых за границу или на отечественные горнолыжные курорты у нас зимой летает небольшая часть населения. Зато в период после Нового года резко возрастает число алкогольных отравлений. В мае же выходные можно провести на даче, а этот способ отдыха в России гораздо более массовый. Впрочем, поправки вступят в силу только с будущего года. Как отметил давеча Владимир Путин, эти майские праздники по-старому придется гулять. Ведь во время новогодних каникул страна отдыхала все 10 дней.
Скорее всего, это продиктовано, с одной стороны, святым желанием перемен к лучшему. И, наверное, вера в то, что если мы переименуем праздники, эти перемены настанут. По моему мнению, праздники постоянно переносятся, переименуются. Ну, в первую очередь, это, ну, как сказано, было сделано для удобства. Вот, для удобства того, чтобы праздничные дни, вот, не пересекались с рабочими. То есть бывает такое, да, достаточно часто, то, что вот у нас идет на неделе два дня праздничных, потом два дня рабочих и выходные. Ну, вот, скорее всего, пытаются упростить эту схему, чтобы человек, как бы, у него не было такого перепалки между праздниками и выходными, а просто пошли праздники, потом уже он вступал в нормальный рабочий темп. Еще одну инициативу, направленную на сохранение здоровья соотечественников, выдвинул давеча главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Недавно в интервью у украинским масс-медиа он пообещал устроить российским курильщикам геноцид. Теперь последовал очередной ход. Если мы на 10% повысим стоимость сигарет, на 10% люди станут меньше курить. Это проверено на Канаде. А там 30% наших людей живут. Поэтому я бы увеличил стоимость на 20%. Главврач Онищенко очень лихо манипулирует процентами. Но в Израиле, как отмечал Владимир Высоцкий, тоже на четверть бывший наш народ. Однако Россия на этом основании не вводит обязательный призыв женщин на военную службу. При этом алкоголь и табак всегда были в России политическими факторами. При Алексее Михайловиче курильщикам рвали ноздри и рубили головы. При Петре Великом курение в высших слоях общества было почти принудительным. А при Михаиле Горбачеве сигареты вдруг стали исчезать из продажи. И табачные бунты ускорили распад страны. Стихи на эту тему есть у Пушкина. Называются они «Красавицы, которая нюхала табак». А ты прелестная, но если уж табак так нравится тебе, о пыл воображения, ах, если превращенный в прах и в табакерке в заточении я в персты нежные твои попасться мог, тогда б в сердечном восхищении рассыпался на грудь под шелковый платок и даже, может быть, но что, мечта пустая, не будет этого никак. Судьба завистливая, злая. Ах, отчего я не табак? Впрочем, курильщикам отчаиваться не надо. Как показывает практика, самый суровый закон в России можно обойти. Это давеча продемонстрировали корреспонденты программы нашего телеканала «По счетам» на примере паленой водки. По закону продавать алкоголь в розницу могут только юридические лица при наличии лицензии. В Кузбассе водкой преспокойно торгуют индивидуальные предприниматели. По закону минимальная цена на водку 98 рублей за пол-литра. У нас ею торгуют и за 80, и за 70 с небольшим. Павильон со зловещим названием «Черный русский» находится в Кемерове на Ленинградском проспекте. Здравствуйте, а у вас, скажите, пожалуйста, водка есть какая-нибудь подешевле? По 80 есть, да можно глянуть, что за водка вот по 80? О, «Березка», «Москва». Ну, нормально, что скажете? Ну, беру каждый день по упаковке, продаю. По упаковке, в смысле, по большой? Ну, по два штучки, по ящику. По ящику? Да. Ну, жалоб не было, да, еще? Нет. Просто как-то дешево очень. Ну, конечно, если по качеству не получу, подороже. Я по такой цене, конечно, не взяла. Ну, если кому-то, то это... Ну, как вот у нас ходят такие вот континент, которые вот вино суррогатывают, пьют, вот эту водку берут. А которые получше, ну, белая берёза, вот по 100 рублей она маленько получше, чем вот это. То есть это для алкашей больше, да? Ну, конечно. Я вот слышала, что вроде как дешевле 98 рублей водка не должна стоить. Есть, ну, такой закон? Ну, должно, не знаю. Не знаете, почему так дешево? Не знаю. Чеки вообще не выбиваете, что ли? У нас касса сломалась, сделают, будем выбивать. Она вообще, можно же без чеков работать. Владелец павильона Зика Ахмедов был не столь разговорчивым и откровенным. Мне чек не дали. Ну, а касса там сломана. Ну, мне же должны были тогда какую-то расписку дать. А что вам, водка не понравилась? Ну, она сомнительного качества, да. А вы же индивидуальный предприниматель? Да. Да? А вы вообще можете водкой торговать?
Я не знаю, я не разливаю его, я не знаю, там, мы его не торгуем, просто она вот откуда они нашли его, я не знаю. Целый букет уже нарушений, в том числе отсутствие кассового чека, ну, это совсем запущенный случай, то да, здесь можно и до уголовного найти. Вот эта вот штучка, она, ну, водяной знак, вот этот, он переливается, то есть если его посмотреть на нормальной бутылке водки, он переливается, вот этот никак не переливается вообще. Вот эта вот полосочка тоже, она просто блестящая, да? На самом деле она должна быть голографической, переливаться разными цветами, и в ней можно будет увидеть буковки РФ. Здесь вот этого нет у нас. Действительно, нужно задуматься просто каждому, что он пьет, какую продукцию он пьет, где эта продукция произведена. И если у человека гражданская позиция, к чему мы сейчас все идем, и если у них есть возможность купить за 70 рублей бутылку алкоголя непонятного происхождения с неуплаченными налогами, и купить за 130 рублей или за 135 бутылку с уплаченными налогами и понятного происхождения. Ну, я считаю, что гражданин, действительно, общество, гражданин Кузбасса, гражданин России должен делать выбор в сторону того, что правильно. Вы же сами демонстрируете, что купить на кассе можно. Значит, есть обход, есть, значит, какие-то должностные лица закрывают на это глаза. Там, я уж не знаю, каким образом, почему они это делают, но факт, увы, остается. По официальным данным, в России от поддельного спиртного умирают более 40 тысяч человек в год. Проблема эта также появилась во времена Горбачева, когда государство вырубало виноградники, а на рынок текли самогон и суррогаты. Но с легендарной перестройки прошла уже четверть века, а Россия по-прежнему травится паленой водкой. Так что главврачу Онищенко есть чем заняться и кроме борьбы с курильщиками. Полвека назад в Кузбассе придумали обидную пословицу: «Курица не птица, женщина не девица, водник не моряк, а богатитель не горняк». Давеча в холдинге СДС решили ее опровергнуть и повысить престиж труда обогатителей. Так в календаре появился новый праздник. С каждым годом возрастает в Кузбассе угледобыча, возрастает она и в холдинге, поэтому холдинг своим решением внутри холдинга пока, надеюсь, пока вынес День обогатителя как отдельный праздник. Праздноваться он у нас будет каждое второе воскресенье апреля месяца. В этом году мы празднуем его первый раз. А с точки зрения обогатителей это здорово, это подъем престижа профессии, подъем значимости профессии, и это на самом деле нужно. По случаю праздника в холдинге устроили конкурс мультфильмов. Победитель Ваня Резников сделал своего героя из пластилина. Он, как уголек, хотел обогатиться, и его повезли на фабрику обогащать. Разумеется, без наград и цветов не остались и ветераны, труженики обогатительных фабрик. Ну, во-первых, наверное, в коллектив хорошо влиться, у нас хороший коллектив. Добрые такие все, отзывчивые девчонки, хорошие. И от этого, наверное, долго задержалась на работе, работала. Давеча холдинг «Сибирский деловой союз» приступил к строительству третьей очереди жилого комплекса Кемерово-Сити на проспекте Притомский. Были забиты сваи новой 16-этажки на 90 квартир. Жилой дом возведут по новейшей технологии с навесным вентилируемым фасадом. На первом этаже его появится магазин и аптека. Всего в жилом комплексе запланировано построить 30 домов общей площадью 30 тысяч квадратных метров. Со всей необходимой инфраструктурой – детским садом, школой, детскими и спортивными площадками, медицинским центром, магазинами, аптеками и парковками. Нынешним летом начинается строительство еще 4 домов. Название «Сити» исторически происходит от парижского слова «Cité». И новый жилой комплекс пока действительно напоминает автономный островок благополучия. Но президент холдинга СДС Михаил Федяев, напротив, склонен подчеркивать его связь с другими районами города. Это красивый микрорайон, который максимально приближен к центру. Здесь по нашему плану можно застраивать с этой стороны весь Косогор до моста и с той стороны на набережной Томи. Так что я думаю, что это будет очень красивый микрорайон. Давеча распоряжением Владимира Путина Новокузнецкому аэропорту Спиченково присвоен статус международного. С такой инициативой выступил губернатор Роман Тулеев. Во-первых, жители юга Кузбасса получат возможность летать в отпуск напрямую, а не через Кемерово или Новосибирск. Во-вторых, предполагается, что новый статус аэропорта позволит активнее развивать туризм в Горной Шории и улучшить инвестиционную привлекательность региона. Проект прошел все необходимые согласования. Уже построены двухэтажный международный терминал и здание для таможни. Предстоит еще реконструировать взлетную полосу и решить вопрос с пограничниками.
Для того, чтобы получить статус международного аэропорта, необходимо установить пункты пропуска тех государственных границ Российской Федерации. Для этого будет еще одно распоряжение в ближайшее время выпущено. Затем техническое решение мы получим от Росграницы. На основании этого технического задания будет проект заказан. И приступим к строительству. Предполагается, что первый международный рейс из Пичинкова будет выполнен в 2014 году. Западно-сибирский металлургический комбинат приступил к производству криптоно-ксеноновой смеси для российской космической промышленности. Инертные газы криптон и ксенон извлекают из сжатого воздуха как попутный продукт при производстве кислорода. А кислород ЗАПСИБ в изобилии производит для собственных нужд. Теперь извлечение криптона и ксенона на суперсовременной установке достигает 99,99%. Оборудование отечественное, производится в Блинном городе Муроме. Нам надо переработать за сутки 6000 кубометров газа, то есть кислорода, чтобы получить всего 11 кубических метров криптона и ксенона. Криптоноксеноновую смесь используют в электроламповой и стекольной промышленности, а также в качестве топлива для космических спутников. Интересно, что криптон значит по-гречески «скрытый», «секретный», а ксенон – «чуждый», «необычный». Но российские спутники потребляют эту диковинную смесь с аппетитом. На Томи, главной водной артерии Кузбасса, давеча начался ледоход на неделю раньше запланированного. Паводок в этом году обещает быть скромных размеров, хотя специалисты стараются предусмотреть все. Если будет резкое потепление с большими дождями, то, естественно, может ситуация осложнится. Значит, осложнится в связи с чем? Что в малых реках, вверху их, воды не так много, и лед практически пока не может быть поднят, потому что воды не хватает. Вот с учетом того, что если начнется резкое снеготаяние, то этот лед может подняться и, значит, естественно, образовать заторы где-то, и тогда необходимость будет принимать какие-то дополнительные меры. На сегодняшний день пока такой критики нету. На всех малых реках в городе обстановка стабильная. И, кстати, о воде. Давеча отменили губернаторский мораторий на жажду ЖКХ. Теперь с жильцов снова будут взимать деньги на общедомовые нужды. Предполагалось, что за время действия моратория, с июня по март, все должны установить счетчики, и неучтенной воды просто не останется. Но это идеальный случай. А на деле за утечки ЖКХ платят сверх счетчика добросовестные плательщики. Однако мораторий держать бесконечно тоже невозможно, прокуратура возражает. Единственное, чем нас могут успокоить власти, что за время моратория счета никто предъявлять не будет. Ни в коем случае вот эта замораторийная задолженность на 10 месяцев гражданам не должна предъявляться. Такое указание губернатор дал и главам муниципальных образований, и всем управляющим компаниям, и ресурсникам. Но мало ли что, граждане должны внимательно смотреть. Все, что с июня по март, гражданам не предъявляется. С этим мы разбираемся отдельно. Тем временем в 500 школах Кузбасса прошли проверки законности начисления и выплаты зарплаты педагогическим работникам. Проверки проходили по поручению губернатора. По их результатам 5 директоров школ уволены, еще 6 объявлены выговоры, а 33 – замечания. Нарушения выявлены разнообразные, но однотипные. Например, в Тайге директор школы устроила повышенную зарплату 6 своим заместителям, оплачивая им несуществующую педагогическую нагрузку. А в Березовской коррекционной школе надбавки за работу с детьми-сиротами платили даже сторожам и водителям. Уволен и директор Новокузнецкого лицея номер 46, которого недавно обвинили в получении взятки, о чем рассказывал наш телеканал. С итогами проверки, похоже, связаны и кадровые перемены в администрации Новокузнецка. Глава комитета образования и науки Татьяна Рогозина написала заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением. Образовательный скандал разразился и в Кемеровском районе. Смотрителям школьных музеев района с начала нынешнего года перестали выплачивать зарплату. До сих пор они считались сотрудниками музея «Тюльберский городок», и районные власти за это переводили в музей соответствующие суммы. Теперь эта схема, судя по всему, перестала устраивать руководство района. Вице-губернатор Владимир Волчек считает, что этот гордиев узел разрубается просто. Выход решения простой – вернуть людей в систему образования, чтобы они работали в школах, конкретно на своем рабочем месте, проводили мероприятия по формированию музейного фонда, проводили мероприятия по, скажем так, каталогизации, то есть чтобы был в каждой школе нормальный школьный музей.
Но руководство района почему-то предпочитает изобретать другие схемы. Например, предлагает устроить музейщиков в Дом детского творчества, где их заработок вряд ли будет достигать прежних сумм. Тем временем 8 музейных сотрудников уже уволились. Еще 4 продолжают борьбу.